Новая спортивная площадка под открытым небом появилась в Советском парке. Современные тренажеры, доступные для всех желающих, установили благодаря совместным усилиям Александра Шлеменко, правительства Омской области и компании «Газпромнефть». В честь открытия нового спортивного объекта для жителей нефтяников организовали небольшой праздник. Друзья, ваши аплодисменты! Юные профессиональные спортсмены, а также все, кто поддерживает любые начинания прославленного омского бойца ММА, не смогли пропустить столь значительное в спортивной жизни региона событие. Пришли сюда сегодня поддержать Александра Шлеменко в открытии площадки. Так как сами занимаемся популяризацией бесплатных тренировок, активного образа жизни в Омске. Мама в декрете, поэтому приходится заниматься либо дома, либо где-то, я не знаю, на улице. И очень хорошо, что возле дома открывается такая замечательная площадка, где я могу вот ходить и заниматься. Открытие посетил глава Омской области Александр Бурков. Он поблагодарил Александра Шлеменко и заместителя генерального директора «Газпромнефти» Александра Дыбаля за столь удачный совместный проект. Я всех поздравляю с этим событием. Уже видел, что ребята легкоатлеты присмотрели этот уголок с утра на утренние пробежки. Поэтому думаю, что пацанам с района это будет сегодня самое любимое место. Президент Владимир Владимирович Путин нам поставил с вами большую задачу к 2024 году, чтобы у нас в Омской области занималось не менее 50% физкультурой и спортом. И то, что сегодня делает Александр, он как раз выполняет тот майский указ. Александр Шлеменко рассказал о своей идее и как ему удалось воплотить ее в жизнь. Мы хотели, чтобы у нас было здоровое поколение, чтобы у нас дети росли сильными, крепкими, здоровыми. И понимаете, нас поддерживают как представители большого бизнеса, так и правительства. Поэтому дальше, вот на нашем примере, я считаю, что мы можем многое, мы можем сделать свою область лучше. Площадка представляет собой спортивную зону с функциональными тренажерами последнего поколения. Причем для России это уникальный проект. Аналогов нет даже в столице нашей Родины. Но и на этом партнеры останавливаться не собираются. Благодаря «Газпромнефти» мы с Александром Шлеменко и правительством области достигли соглашения, что такие площадки будут возводиться по 3 в год, не меньше, так, план. И важно, что эти площадки будут с хозяином. То есть школа Александра Шлеменко, она будет отвечать, нести ответственность за безопасность на этой площадке, за сохранность ее, самое главное, за спортивную физическую подготовку. Действительно, тренажерами здесь может пользоваться любой желающий. Специально для начинающих спортсменов представители школы «Шторм» будут проводить бесплатные мастер-классы. Александр Шлеменко уже задумывается о том, где появится следующий спортзал под открытым небом. Я вот, знаете, стал таким, как можно сказать, звеном, которое передало то, что нужно именно, то, что будет более востребовано. И мы теперь это развиваем, и мне очень нравится, как получается, и вы видите, какой большой отклик. Сейчас, конечно же, очень много получаю. Просьб в том районе, в этом районе. Будем смотреть. Вместе с Александром Шлеменко строим, понимая, что это попадает в хорошие руки. Вот, и, собственно, он специалист, он лучше нас знает. Мы все-таки нефтяники, у нас другая специализация. А он понимает спортивные части, поэтому мы в школе будем помогать, продолжать. И площадки сделаем. Многофункциональную и безопасную площадку сразу оценили первые посетители. Мне понравилось лично вот там, где надо вот так делать, забрасывать и поднимать. Что мне, конечно, не очень понравилось, потому что у меня слабые лопатки. Это лежать и поднимать 40. Какой тренажер самый интересный? Ну, этот. Что там нужно делать? Ну, подтягиваться можно. Сколько раз у тебя получилось подтянуть? 10. Это хороший результат? Да. Часто проводим здесь время, гуляем в Советском парке. Также занимаемся спортом здесь, бегаем. А вот эта площадка еще будет позволять здесь как раз и на физические качества развивать. Отметим, что современная спортивная площадка располагается рядом с центральной аллеей и будет работать круглые сутки без выходных.